Приветствую, все рыболовное братство. Сегодняшнее видео будет полезно для любителей зимней рыбалки. Итак, друзья, если у вас где-то завалялась сгоревшая вилка от любой бытовой техники, не спешите ее выбрасывать, из нее получаются отличные зимние мормышки, что сейчас я вам и продемонстрирую. На изготовление у вас уйдет не больше 10 минут. Для начала отпилим вот эти вот части от вилки. Зажал в тисочки и потихонечку вот ножовкой по металлу отделяю. Вот с этой вот латунной части вилки я буду формировать тело будущей мормышки. Зажимаю в патрон дрели. Теперь можно приступать к обработке. Берем либо напильник мелкий, либо надфиль. И вот здесь вот формируем капельку. Дрель должна крутиться на себя. Выбираем нужную длину и вот этой вот частью напильника, где тоже есть зубчики, округляем. Как вы видите, прошло около 3 минут и тело мормышки практически готово. Полностью я спиливать не буду вот эту вот часть. Сейчас мне надо будет ее полирнуть наждачной шкуркой. Вот такая вот мелкая фракция у наждачки. И буду полировать. Теперь при помощи плоскогубцев можно эту часть отломать. Вот такая вот заготовочка получилась. Собираем дальше. При помощи двух деревяшек зажал заготовочку в тисочках. Теперь нужно сделать запильчик. Это можно сделать как надфилем, так и ножовкой по металлу. Этот пропил необходим для крепления в будущем крючка. Как я и говорил, латунь обрабатывается очень легко. Так что вот этот пропильчик тоже не займет очень много времени. Пропильчик готов. Осталось только впаять крючок. Таким вот образом для удобства пайки зажал опять в тисочки заготовку. Крючок перед пайкой также надо немного обработать наждачной шкуркой, чтобы он хорошо впаялся в латунь. Немного зажигалкой нагреваем ушко, чтобы оно не отломалось. И при помощи плоскогубцев загибаем сторону жала кверху, примерно чтобы само ушко смотрело на жало. И так вот будет достаточно. Вот таким вот образом щипчиками зажал крючок. На заготовочку и на крючок капаю паяльной кислоты. Можно приступать к пайке. Вот и все, друзья. Мормышечка готова. Теперь ее можно немного зачистить от лишнего улова и смело идти на рыбалку. Также после пайки можно немного ее отполировать. Конечно же, полировать не обязательно, а чтобы со временем латунь не тускнела, ее можно просто покрыть лаком. Мормышка готова, такая вот она получилась. Как вы могли убедиться, потратил я около 10 минут на все изготовление. Сейчас покажу ее в работе. Ну и собственно, вот так вот она играет. Конечно, на нее еще надо оснастить подвес. Как вы видите, даже аквариумные рыбки пытаются ее атаковать. Вот такая вот простая в изготовлении и в то же время неплохо работающая мормышечка у меня получилась. Соглашусь, что в изготовлении таких мормышек я не новатор. Полно видеороликов подобных в интернете. Достаточно только поискать. Так что кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Предлагайте свои варианты. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.